Твери обсудили аспекты работы медицинских сестер. На областную научно-практическую конференцию в областную клиническую больницу приехали представители большинства центральных районных больниц, главные старшие медсестры. Какой опыт получили после общения со специалистами из Москвы, выяснила наша съемочная группа. Медицинские сестры – это самое многочисленное и трудолюбивое звено здравоохранения. Именно они помогают больным в минуты ухудшения их состояния в стационарах, оказывают первую доврачебную помощь, психологическую поддержку пациентам и их родственникам. Медицинские сестры – это те же специалисты, что и врачи. Мы также учимся, мы также получаем образование, мы также каждые 5 лет проходим специализации. И поэтому сказать, что это стоит на одном уровне, нельзя. Переобучение персонала – это процесс систематический. Появляются новые подходы к переподготовке и повышению квалификации специалистов отрасли, которым надо соответствовать. Поэтому подобные конференции – это неотъемлемая часть обучения. Учиться надо у лучших, поэтому в ОКБ приехали специалисты ведущих клиник столицы. Наши коллеги из Москвы, с научных центров – это Бурденко, это Пирогова, это Вишневского, главные медицинские, старшие медицинские сестры. Для собравшихся столичные специалисты провели лекции на важные для любого медицинского работника темы. Какой подход применять к изолированным пациентам, как готовить больных к операции, а после проводить их реабилитацию. Кроме того, одна из важнейших тем была посвящена поведению медсестер в отделении реанимации. В Москве уже достаточно давно развита система обучения медперсонала с собственными коллегами. Так легче усваивать новые знания. В каждой клинике работает совет сестер, который разбит по направлениям. Это фармпорядок, санитарно-эпидемиологический режим питания и так далее, где работают все сестры, которые вовлечены в этот процесс. То есть мы, называется, сами себя проверяем. И цель наша, конечно, не наказать ни в коем случае. Наша цель методическая. Мы учим. Тема оказания компетентной и безопасной медицинской помощи прослеживалась красной нитью в каждом из выступлений спикеров. И подобные встречи по обмену опытом, по мнению многих собравшихся, это не только интересные, но и важны. Ведь каждая медсестра или медбрат ежеминутно помнит о своем призвании – спасать человеческие жизни.